как таковая модель, она была очень интересна и стала очередным прототипом логичным, базирующимся на международных данных, которые уже были. Это же не первая попытка классификации конституциональной. Там было много вариантов. В принципе, все они рассматривали вот эту трехшаговую модель. То есть есть какое-то среднее значение. А потом есть два отклонения. Больше и меньше. Да? Ну, что, в общем, как бы было логично. В принципе, достаточно простая схема. Но, как мы знаем, в той же педиатрии на сегодня существуют коридоры, где в каждом коридоре эти показатели являются нормой. А сам порядок повествования и как бы ход рассуждения Чернорусского говорит о том, что он работает, в принципе, только с двумя полярными состояниями. То есть у одних есть предрасположенность, и у других есть предрасположенность. А все, что находится посередине, это какой-то вариант баланса. Вот к этому, на самом деле, первый вопрос очень как бы такой принципиальный. Почему мы и взяли Конституцию только как один из факторов в этой модели? Мы тут начали немножко уже дискутировать. Хотел бы представиться. Виталий Георгиевич меня зовут, я хирург-ортопед из города Москва. Да, меня зовут Алексей Шаров, я частный научный деятель, провизор, фармаколог, магистр экономики. И, ну, наверное, в общем, будет пока достаточно. Вот, в общем, у нас Ну, сегодня спасибо. такая дружеская встреча, грубо говоря, товарищеский матч такой между заядлым клиницистом, который постоянно у станка, и лектором с одной стороны, с другой стороны прекрасным фармакологом и научным сотрудником, который вне отрыва от нашей специальности постоянно помогает, и его взгляд определенный, да, нам поможет сегодня в очень интересной теме. Сегодня 12 апреля 2023 года, то есть на момент сегодняшнего дня вот эта информация актуальна. Надеюсь, что сегодняшний вебинар наш, записи вы сможете посмотреть. Он называется «Конституционально ориентированная стоматология». То есть как телосложение пациента влияет на нашу диагностическую деятельность, лечебную деятельность. Сегодня мы с Алексеем Николаевичем будем обсуждать очень интересную книгу. Но перед этим хочу в качестве эпиграфа взять слова: «Медицина как наука дает известную сумму знаний, но само знание не дает умения применять его в практической деятельности». Мы сегодня попробуем открыть вот такую вот завесу в конституционально ориентированной стоматологии, обсудим ее. И основана будет наша сегодняшняя дискуссия на двух книгах. Первая – это книга профессора Чернорусского «Диагностика внутренних болезней», которую мне презентовал Алексей Николаевич. И вторая – это «Патологическая анатомия». У Алексея Николаевича есть более ранний вариант этой книги. Я считаю, что это золотая коллекция вообще нашей библиотеки. Мы начали дискуссию с того, что Алексей Николаевич сказал нам следующую вещь, что в те времена, когда вот профессор Чернорусский писал эту книгу, там очень все было ориентировано на анатомию. Но в дальнейшем больше упор шел на физиологию, и мы уже размыли такие жесткие границы, вот как полярные конституции астеник, гиперстеник, нормостеник, и речь идет уже о коридорах. Спасибо, Виталий Георгиевич. Мне удалось заполучить два экземпляра этой книги, двух разных изданий. И издание, которое более свежее, дополненное на 100 страниц больше того экземпляра, который я себе оставил. Ну, чисто вот в исторических целях и демонстрационных. Он, конечно, богаче, серьезно. И сам подход конституциональный, я считаю, оправданным, поскольку на сегодня он описывает не только первопричинные факторы, которые генетически детерминированы, ну, то есть сам как подход к работе, как методика, но и участие тех факторов, которые способствуют или препятствуют развитию той или иной патологии. Очевидно, что делить людей строго на группы осматривая их визуально или мануально, или какими-то еще методами морфолого-анатомическими, не является на сегодня исчерпывающим для диагностики. Почему этот подход, ну, понятно, был распространен, то, что мы не имели ряда методов диагностики, более точной рентгенологии, физико-химических методов, аналитических методов с помощью тест-систем, которые на сегодня, да, находятся в нашем доступе. Но очень главное и серьезное преимущество конституционального подхода я вижу в том, что врачи имели большой запас знаний и могли практически вручную оценить состояние пациента, несмотря даже на то, что
В конституциональном подходе, ну, как таковом, в первоначальном и уже в адаптациях его, нету ни одной четко измеримой величины. Хотя основные принципы классификации, для себя тоже анализируя эту книгу и смотря работы Чернорусского и статейные в том числе, понял, что он заложил, в принципе, пять основных принципов, которые должны отличать его предложенную модификацию или тот труд, который вот сегодня мы будем обсуждать, в отличие от тех, которые уже имели место. Это, конечно же, простота. Но очевидно, что этот принцип выдерживается, потому что мы имеем достаточно простую трехшаговую модель наличия какого-то среднего состояния и его полярных значений, которые выделяются. Второе – это взаимосвязь с эмпирически определяемыми клиническими признаками. Поскольку у каждого пациента они будут, собственно, индивидуальны, то конституция логично должна нам подсказать, где пациент имеет какую тенденцию. Ну, как в статичном состоянии, да, в текущем, так и в динамике. Потому что есть очень большая, очень важная мысль, что у пациентов разной конституции может быть также конституциональная динамическая предрасположенность. То есть, когда пациент был условно нормостеником или даже астеником, сразу, да, какая-то конкретика, чтобы была, но у него появилась гиперстеническая тенденция, патологическая именно. О чем идет речь? Пациент, условно, он был спортсменом, астеником, пусть он будет гребцом или волейболистом, чтобы был такой характерно какой-то выраженный тип. Но окончив свою карьеру, ну, он, скажем так, стал вести более праздный образ жизни и получил тенденцию замедления процессов обмена веществ. И мы, несмотря на то, что первичная конституция этого пациента, она была астеничная, мы это поймем по всем, вот, его, так скажем, вручную везде обжав и, да, сопоставив соотношение частей тела и там других признаков фенотипических, будем при этом рассматривать тенденцию гиперстеническую. Вот интересность этой модели я вижу, вот как бы первое это в этом. Это не значит, что он обречен, то есть его фактически фенотип борется с генотипом, и мы получаем какие-то достаточно серьезные качели. Да. Написано в книжке, там в конце вот этой главы уже, она там занимает всего на самом деле 6 страниц, но вот эта мысль, мне как бы удалось ее вычленить, поскольку точно мы ведем давно разработки в этом направлении, и появление в 2013 году, 10 лет на самом деле исполнилось, как мы предложили таблицу фенотипических показателей, а впервые о ней я вообще узнал о каком-то подходе к этим знаниям. Я увидел впервые только спустя 3 года в госпитале Сан-Рафаэле на лекции Массимо де Санктис и Джованни Зукелли. Это был последний раз, когда они читали вместе. Наконец-то они заговорили, что есть какие-то фенотипические показатели, которые надо учитывать и как-то вычленять их, обосабливать. И они могут непосредственно влиять. Нами на сегодня предложена статья пока, которая описывает подход к определению этиологических факторов рецессии десны. Поскольку мы занимаемся этим направлением достаточно плотно и давно, ну, как мне кажется, те разработки, которые мы предложили, они имеют очевидную практическую значимость, а все это построено в том числе и на работах господина Чернорудского, который мы сегодня будем обсуждать. Данный подход, первое, говорит о том, что можно, точнее, подход конституциональной оценки, он учитывает не только влияние генетически детерминированных факторов, то есть которые бы 100% определяли появление рецессии, но и также факторы, которые являются либо предрасположенными к их развитию, либо факторами компенсирующими. То есть если бы условно пациент был бы нормостенический, у него бы никогда не возникло от воздействия этих факторов рецессии десны, но поскольку он попадает в группу астенических и имеет соответствующие внешние признаки, то и определенные обменные процессы, то при возникновении условно, ну, такого простого слова, как, не знаю, перечистка или перегрузка ортопедическая, ортодонтическая, еще какая-то другая, у него это появляется как участие вторичного фактора. Третий момент, принцип, который заложил Чернорусский, это внешнее выражение признаков. Ну вот мы взяли на самом деле эту идею за основу и стали брать модель конституциональных значений как одну из частей, потому что внешние признаки, они, как оказалось уже потом с бурным развитием генетики, не все внешние признаки, описанные в книге диагностики Чернорусского, детерминируются теми же группами генов и даже там блоками генов. И есть отдельные участки хромосом, которые определяют появление тех или иных признаков. Например, как анатомические точки крепления мышц. Это вообще величина сугубо индивидуальная, и она не связана с
Конституция, как оказалось позже, ну и так далее. Но сама модель, идея и подход, которую Чернорусский предложил, ну, как и понятно, да, все, что мы предлагаем первично, оно требует потом многократного допиливания, уточнения, расширения, интеграции, дифференциации и так далее, моделирования какого-то. Потому что жизнь вокруг тоже меняется. Еще один важный момент – это оценка всего организма. Вот мне кажется, что этот принцип, ну, исходя из тех данных и окружающего мира, и реальности, в которых жил Чернорусский, конечно же, да, они оценивали организм в целом. Но на сегодня, вот практически прошло, ну, там, меньше 100 лет, поменялся окружающий мир, поменялся промышленный комплекс, привычки людей, их образ жизни. И очень много факторов, которые, по тем данным, описанным в книге первичной, могут выводить нас на ложное понимание. И пятое, принцип, который был заложен, но является на сегодня антипринципом, если так можно сказать, это о том, что все показатели должны быть измеримы. Ни в одной работе, там ни последовательно, ни Чернорусского не сказано. Хорошо, вот есть норма. А в каких значениях должны быть эти отклонения? Это что, измерение в миллиметрах, там, в единицах скорости кровотока, в количестве гемоглобина в эритроцитах, в объеме дыхательной, да, в дыхательной емкости в динамике, там, скорость форсированного выдоха и так далее. К сожалению, на тот момент физиология тоже очень только начинала бурно развиваться, потому что мы получили доступ к лабораторным и клиническим исследованиям немножко другого уровня. Все-все в мире, я имею в виду. И то, как на сегодня могла бы быть модифицирована вот эта таблица, мы можем ввести на сегодня цифровые значения. Почему мы делаем это на примерах рецессии? Потому что нам удалось для пациентов любой конституции с другим еще набором фенотипических показателей четко сказать, сколько в миллиметрах это может быть, или сколько миллиметров мы хотим получить в итоге. И либо вот эта корреляция, то есть работа с индексами, а не с чистыми значениями, а в отдельных случаях работа с чистыми значениями, с абсолютными, и объединение это все в единую модель, действительно носит очень важный прогностический, диагностический момент.